Минор Сибашвили, Евгений Бунтман, персонально наш, как всегда, по вторникам, Сергей Алексашенко, экономист Сергей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Нино, здравствуйте, Евгений. Ну, начнем, наверное, с главного события экономического, ну, как экономического этой недели. Саудовская Аравия, нефть, то, как отреагировали, ожидаемо отреагировали рынки на нападение йеменских дронов. Вот что это значит? Почему мировая экономика оказывается такой хрупкой? Вроде раз-раз ударили по вышкам, и все, и рынки, ну, не то что схлопнулись, но кризис есть определенный. Евгений, ну то, что мировая экономика является хрупкой, это ни для кого не секрет. И вот смотрите, здесь ударили по системам очистки саудовской нефти. Мировой рынок потерял 6%, там чуть меньше 6% нефти. Да, и в принципе, для понятно, что это сильные потрясения, потому что цена на нефть – это один из важных индикаторов мировой экономики, ну, некий такой гарант стабильности. И здесь, ну, хотя бы можно понять причину, да, то есть вы понимаете, что мир лишается, потенциально лишается одного из источников, важнейших источников сырья. Более того, сегодня там генерал, хуситский генерал заявил о том, что иностранцы, вы, пожалуйста, не приезжайте в Саудовскую Аравию, нечего там смотреть на этих месторождениях, а то мы еще раз удар нанесем, у нас там все под прицелом, и ракеты еще есть. Да, то есть мир может потерять еще какое-то количество нефти. Просто для того, чтобы понимать, что мировая экономика хрупкая, ну, вспомните там, 11 сентября 2001 года, когда два самолета врезались в башни-близнецы. С точки зрения непосредственно вот чисто экономических последствий, ну, очевидно, да, что разрушение двух даже очень крупных небоскребов несопоставимо с разрушением там, ну, там, месторождений, которые обеспечивают 6% мировой нефти. Но, тем не менее, те события повлекли за собой такую крупную рецессию и в американской экономике, и во всей мировой. Чем более сложный механизм, чем более сложный организм, тем больше хрупких элементов, таких удар по которым может привести к нарушению сложившихся связей, сложившихся цепочек. И, конечно, мировая экономика, она не становится проще, не становится как примитивнее. Это только в России экономика становится примитивнее. У нас все газ, труба, уголь, там рельсы, трубы. Ну и, собственно, дальше в экономике ничего не происходит. А мировая экономика развивается и становится все более сложной. И количество болевых точек, конечно, у нее увеличивается. Ну, наверное, справедливая аналогия с 11 сентября, но все-таки, как мне кажется, не совсем, потому что здесь достаточно давно идут боевые действия между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами, хуситами, и понятно, и это не первый удар по Саудовской Аравии, и, то есть, постоянно мировая экономика, нефтяная экономика сейчас будет оказываться под прицелом. Что с этим делать? Ну, это мы на самом деле, мне кажется, что несмотря на все предыдущие удары, в общем, никто не понимал, насколько хрупко является вот нефтяная инфраструктура. Да, потому что предыдущие удары даже по там, нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии или там, обстрел танкеров в Ормузском проливе, они, в общем, как-то не вызывали таких вот последствий. Да, здесь выяснилось, что вот, да, безумно сложно, и поэтому я бы вот, по своей организации, я бы не стал, Евгений, заранее говорить, да, что это такой хуситский удар, потому что вот, по всему анализу, который сегодня опубликован в американских газетах, тот удар, который нанесен по Саудовской Аравии, он по организационной сложности заметно превосходит все те боевые операции, которые хуситы совершали раньше. Да, и было использовано оружие точечное, точно, с точным наведением, которое раньше у хуситов замечено не было. Поэтому кто стоит за этим ударом, какое оружие использовалось, это пока неизвестно. Но вот выяснилось, что, в общем, вот такой даже, вы знаете, как без применения человеческой силы и даже не очень понятно откуда прилетевшая туча дронов в состоянии там, нанести очень серьезный удар по мировой экономике. Да? Вот, и это, мне кажется, стало одним из важнейших сигналов того, что если верить в версию о том, что это результат действий хуситов или это результат действий хуситов, которых поддерживает Иран, это означает, что вот та политика, которую проводит Саудовская Аравия на Ближнем Востоке, ну, она, в общем, опасна для нее самой. И для нее самой, и для мировой экономики. Потому что вы правильно говорите, что эта война в Йемене идет уже несколько лет, и вообще, по большому счету, это война на уничтожение, которую ведет Саудовская Аравия, на которую там весь западный мир так достаточно спокойно смотрит. Ну, западный мир, в том числе и США, должны ли они, как вам кажется, как-то вмешаться в эту историю? Может ли Трамп позволить себе еще одно такое масштабное вмешательство в дела другой страны?
А куда он должен вмешаться? Вмешательство в дела какой страны? Президент Трамп уже заявил... Какую Аравию прекратить военные действия, например? Ну, очевидно, если рассуждать. Смотрите, значит, пока мы знаем одно, да, что американские разведчики, разведывательное сообщество сообщило, что за ударом стоит Иран и предоставило имеющуюся у них информацию спецслужбам Саудовской Аравии. Спецслужбы Саудовской Аравии посмотрели на то, что им дали, сказали, нет, нам этих доказательств не хватает, мы не видим прямых, ну, то есть мы не считаем, мы не готовы сделать вывод, что за этим ударом стоит Иран. Президент Трамп сказал, что он не хотел бы начинать войну с Ираном из-за этого инцидента. Более того, он заявил, что я считаю, что иранские власти готовы к достижению какого-то компромисса. Ну, вести переговоры на достижение компромисса. Поэтому по состоянию на сегодня президент Трамп не хочет, не то что не готов, он не хочет, активно не хочет начинать новые боевые действия. И мне кажется, что это вообще вписывается в его такую внешнеполитическую повестку дня, пытаться выводить американские войска откуда только угодно, да, и не ввязываться в новые военные авантюры. Вот при всей, вот такой хаотичности, казалось бы, внешней хаотичности действий Трампа во внешней политике, эта линия прослеживается достаточно четко. Ну, я вот уже не помню, как это было с Ираком и Кувейтом, да, как, ну, последовательность событий была, я имею в виду вторжение в Кувейт войск Саддама Хусейна, и после этого была буря в пустыне. Как... Но там прошло несколько недель, если не месяц, там же несколько месяцев. Это не мгновенный удар. Вы понимаете, собрать... Это правда. Но, может быть, вы вспомните, как тогда отреагировали нефтяные рынки, насколько бы был серьезный удар по мировой экономике? Ну, Евгений, смотрите, вот прямо сейчас я, конечно, этого не вспомню, да, потому что у меня цифры эти в голове не хранятся. Я обещаю, что я в перерыве посмотрю на эти данные и вам расскажу. Конечно, нефтяные цены взлетели вверх, но точно так же, как они еще более сильно взлетели после начала операции «Буря в пустыне». Да, но это естественно. Все понимают, что любые военные действия в регионе, где добывается там, практически половина мировой нефти, но они чреваты разрушением нефтяной инфраструктуры и нанесением ущерба всей нефтяной отрасли, мировой нефтяной отрасли. Да, конечно. Потому что никто не может предсказать, ну, собственно говоря, когда начиналась агрессия Ирака в Кувейт и когда начиналась буря в пустыне, никто не мог сказать, сколько времени это займет. Ведь на самом деле такая достаточно стремительная или относительно легкая победа американцев против Ирака, она была неожиданной. Все ожидали, что иракская армия окажет более серьезное сопротивление. Все готовились к более активному противостоянию со стороны иракской армии. Но его просто не случилось. Выяснилось, что армия далеко не так боеспособна, как все об этом думали. Если для того, чтобы вывести нефтяной рынок из равновесия, достаточно 10 дронов, то что мировая экономика может этому противопоставить? Какие у нас есть условно такие механизмы защиты от таких потрясений? Насколько они действенны? Есть ли они вообще? Смотрите, я бы сделал еще шаг назад и напомнил бы события полуторагодичной давности, когда американский Госдеп и Министерство финансов, точнее говоря, ввели санкции против компании «Русал». Или, точнее говоря, объявили о том, что они вводят санкции против компании «Русал», которые вступят через некоторое время. И этого оказалось достаточно, чтобы цены на алюминий взлетели на те же самые 20% в течение 2 недель. Да, поэтому вот для того, чтобы мировые рынки или пока сырьевые рынки были вовлечены в какие-то такие серьезные потрясения, совсем не обязательно начинать войну. Можно просто принять не совсем адекватное или там неграмотное политическое решение. Что касается того, что есть у мировой экономики в нашем случае, да, с нефтью. Значит, по состоянию на сегодня мировые запасы нефти в государственных хранилищах, в хранилищах разных государств составляют примерно 2,9 миллиардов баррелей. Да, соответственно, при мировом потреблении там, 100 миллионов баррелей в день, ну вот можно посчитать, что примерно на месяц, да, вот вся мировая экономика может снабжаться только за счет этих запасов. Соответственно, Саудовская Аравия это 6%, но вот получается, что вот если остальные страны скоординированно договорятся использовать свои государства, только государства, скоординированно использовать нефтяные резервы, то в принципе вот эту потерю 6% нефти можно компенсировать на протяжении полугода. Дальше есть коммерческие запасы нефти, которые хранятся в танкерах,
в коммерческих хранилищах. Сколько их точно, вообще говоря, никто не знает, но можно предположить, что еще там на 2-3 месяца должно этой нефти хватить. Ну и неожиданно сегодня последовало заявление от Саудовской Аравии, которая вступила в переговоры с остальными членами организации стран-экспортеров нефти и с участниками соглашения ОПЕК+, в том числе и с Россией и с Казахстаном, которые подписали соглашение об ограничении добычи нефти. И Саудовская Аравия попросила не принимать никаких мер по наращиванию добычи. Потому что у Саудовской Аравии тоже есть какие-то свои собственные запасы нефти. И они сказали, пока этого не нужно, мы пока еще в состоянии компенсировать потерю добычи за счет своих резервов. Вот, поэтому вот у мировой экономики есть определенный, жирок, да, или своя нефтяная кубышка, с помощью которой можно противостоять в том числе и такому удару. Я понимаю, что это несколько может быть упрощенный подход, но России кажется, что это однозначно выгодна такая ситуация. Любые события неприятные на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, они выгодны России, потому что скачут цены на нефть вверх. Или это упрощенный подход, и это не так? Ваш взгляд, Евгений, мне напоминает известную фразу, что Остап, сделав ход Е2, Е4, знал, что этот ход не грозит ему никакими осложнениями. Дальнейшее ему виделось в тумане. Да, то есть, конечно, правильно сказать, что рост цен на нефть, он, в общем, как на пользу России, особенно даже не столько России, сколько российскому бюджету, министру финансов Силуанову и его кубышке. Вот. Но нужно хорошо понимать, что скачок мировых цен там, на 15-20%, который мы наблюдаем в последние дни, это такой хороший удар по мировой экономике, для которой неожиданно возрастает стоимость одного из важнейших ресурсов. И мировая экономика и так, в общем, находится на каком-то таком перепутье. Вроде бы как уже все договорились, что рецессия скоро должна начаться, осталось только дождаться триггера. И вот не случайно я сказал про 11 сентября. В принципе, может оказаться, что вот этот удар по нефтяным месторождениям, по нефтяным объектам, он послужит тем триггером, который столкнет мировую экономику в рецессию. Тем более, что сегодня вышли данные по промышленному производству в Китае, которое оказалось там заметно ниже всех предыдущих показателей. Да? Поэтому вот рецессия приближается. Ну а если начнется рецессия, если мировая экономика там перестанет расти или будет расти не так быстро, то, соответственно, снижается спрос на все сырье, в том числе и на нефть, и падают цены на нефть, на металл, на уголь, на газ и так далее. Ну, то есть Россия в этом случае, здесь уже не то, что там паны дерутся, у холопов чубы трещат, но просто все сырьевые экономики, все развивающиеся страны, они, конечно, будут испытывать на себе все прелести мировой рецессии в двухкратном, в трехкратном размере. Объясните, пожалуйста, как это вот технически происходит? То есть цены на нефть растут, и, предположим, не дай бог, еще какие-нибудь несколько десятков дронов прилетят и разбомбят еще несколько нефтяных месторождений. Вы меня поправьте, если я как-то неправильно отслеживаю эту логику. Потом производство начинает схлопываться из-за того, что слишком дорогая нефть, потом она становится слишком дешевой. Примерно так происходит, если опять же упростить. Да, все правильно, потому что потребители начинают меньше ездить на автомобилях, бензин дорожает, да, там не надо забывать, что половина потребления мировой нефти – это легковые автомобили. Да, просто не бензин дорожает в развитых странах, соответственно, люди начинают ездить меньше по магазинам, ездить меньше по ресторанам, ездить меньше по кинотеатрам, у них снижается общее потребление, у производителей растут издержки, потому что транспортные издержки растут, да, и, соответственно, потребление нефти снижается, и экономике, в принципе, нужно меньше нефти, цена на нефть идет вниз. Цена на нефть идет вниз, если за ней идет цена на газ, цена на уголь, потому что они в какой-то степени взаимозаменяемые. Все грустнее, чем казалось. Ну, ты забываешь, да, что у Силуанова есть ход кубышка. Ход Е2-Е4, он слишком очевидный. Ну, ладно вам, зато вот у нас есть, опять же, у нас есть кубышка, значит, правильно все. На черный день. Может. Да, все правильно, конечно. Ну, к слову о том, что все правильно, вот тут оказывается, не оказывается, мы с Евгением наметили некоторую тенденцию. Вот господин Силуанов, он все гордится успехами российской экономики, а ему то Кудрин что-то скажет, то Греф что-то скажет, то Чубайс поправит в каких-то моментах. Это неужели какая-то оппозиция внутри экономического блока у нас начала появляться? Или что? Что это такое? Почему люди так открыто спорят с Силуановым? И есть ли вообще в этом какой-то смысл? Но смотрите, ни Греф, ни Чубайс, они от Силуанова не зависят.
Да, они не являются там руководителями федеральных министерств, это не бюджетная организация, и хотя Роснано получает какие-то деньги от бюджета, но, в общем, сейчас уже не очень большие, как какое-то время, может быть, даже до следующего министра финансов, Роснано сможет прожить, не получив бюджетных денег. Там не очень в этом уверен, но возможно. А почему набросились на Силуанова? Вы знаете, мне кажется, что Антон Германович, будучи достаточно хорошим бухгалтером, финансистом, очень хорошо знающим проблемы бюджета, свой взгляд на экономику дальше, вот он видит, смотрит на нее сквозь бюджетные очки. У него вот все как-то вот через кубышку, да, через налоги, через расходы, и чуть-чуть в сторону поглядеть он не может или не хочет. И в этом отношении, вот буквально на прошлой неделе, по-моему, прошел Московский финансовый форум, и там, кто же это был? По-моему, Греф. Он очень классную фразу сказал, что, послушайте, я не знаю ни одной корпорации, в которой бы вот перспективное развитие доверили CFO, да, то есть вот этому человеку, который отвечает за там, управление финансами, за отчеты, за отчетность. А в России, вот если смотреть на Россию, российское правительство как на корпорацию, да, вот министр финансов, он и есть вот этот вот CFO, да, Chief Financial Officer, то есть главный финансовый управляющий. И вот он по распределению обязанностей в правительстве, он является единственным там первым вице-премьером, и он отвечает за национальные проекты. Вот с точки зрения человека, который там поработал в бизнесе, как Герман Греф, да, он хорошо понимает, что вот такое распределение обязанностей, оно ни к хорошему не приведет. И никакого роста от такой корпорации ждать не стоит. Вот, поэтому, опять, очень хорошо понимаю, вот эта полемика в треугольнике Чубайс, Греф, Силуанов, которая состоялась. Собственно говоря, они все, ну там, Греф и Чубайс очень четко и внятно и артикулированно говорили о том, что без политической реформы, без реформы правоохранительных органов, без вот прекращения кошмарения бизнеса никаких сдвигов российской экономики не произойдет. Но Силуанов как-то отмалчивался больше на эту тему, говоря, что это, мол, не моя задача и вообще не задача правительства. Вот. Но, тем не менее, даже в области там, и национальных проектов, и куда тратить деньги, и в какой последовательности тратить деньги, к Силуанову, вот у этих двух людей, у которых большой опыт работы в государственных структурах в разное время, у них огромные претензии. Да, и они не скрывают, ну то есть, они не могут прямо сказать, что Силуанов не тянет на эту роль, но, в общем говоря, если так вот сквозь их слова, да, сквозь строчки, что называется, это достаточно откровенно звучало. Сергей Владимирович, ну неужели проблема исключительно в Силуанове? Вот вы можете предложить какую-нибудь альтернативу? Кто из российских политиков? Нет, проблема в Путине. Нет, проблема в Путине, потому что Путин назначил Силуанова министром финансов. Нет, ну правда же? Не, ну, а почему вот так это самое? Действительно, кто выбрал Силуанова министром финансов? Ну что, Государственная Дума, что ли, его утверждала? Даже такая, какая у нас есть. Нет, не утверждала. А предложите альтернативу. Что? Кто мог бы да, занять место Силуанова и сделать так, чтобы наконец... Я не хочу вредить людям. Хотите меня назначить, если у вас есть такие полномочия? Вот я готов себя предложить, понимая, что там себе я вреда уже больше не нанесу. Да? Других людей подставлять не считаю возможным. У меня есть как минимум три кандидата, которых я считаю способными работать в качестве министра финансов. Ну да, если мы их назовем, то вряд ли они будут кандидатами. Ну конечно, просто у людей возникнут неприятности. Зачем мне это надо? Проблема в том, что Силуанов неправильно интерпретирует свою должность, что он следит за тем, как бы чего не потратили. Евгений, в пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет. Вот бухгалтер умеет отчитываться, да, вести учет и контроль. Задача кассира в любой организации с тем, чтобы у тебя расход всегда был меньше прихода. Да, вот, собственно, эту функцию Антон Германович выполняет замечательно. К нему претензий в этом отношении нет. И мы уже сегодня говорили и каждый раз подтверждаем, что политика накапливания кубышки, в принципе, правильная. Да? Но просто она не должна быть единственной целью экономической политики. И не может страна, не может экономика, не может бюджет жить по таким правилам, что вот бюджетный кодекс нельзя исполнить в принципе. И как только возникает какая-то задача, будь то саммит во Владивостоке, будь то Сочинская Олимпиада, будь то эти национальные проекты, тут же нужно принимать, там, будь московская реновация, тут же нужно принимать закон, который отменяет огромную часть положений бюджетного кодекса, еще каких-нибудь там законодательных актов. Ну, потому что в рамках того кодекса, который написал бывший министр финансов Кудрин при участии Силуанова, а потом Силуанов доработал, в рамках этого бюджетного кодекса даже бюджетные деньги правильно, там, эффективно потратить практически невозможно. Украсть можно.
Вот тому, чтобы воровать эти бюджетные деньги, никаких запретов в бюджетном кодексе нет. А вот чтобы с ними нормально распоряжаться, выясняется, что вот любой рационально, даже рационально продуманный проект в рамках бюджетного кодекса реализовать практически невозможно. Мы за этот треугольник вынесли Кудрина. Вот как раз, к слову, о Кудрине. Был очень интересный момент в его дискуссии с Силуановым. В частности, вот сейчас приведу цитату. Говорит Силуанов: «Вы говорите, нужно увеличить расходы на здравоохранение и образование. Приводите в пример США и Германию. Почему мы не смотрим, какие расходы на здравоохранение и образование в Сингапуре, Корее и тех странах, которые обеспечили прорыв?» Может быть, прав Силуанов, и нам нужно как-то в другую сторону смотреть, не только на передовые страны Запада? Какая модель для нас сейчас более оптимальна? Нино, смотрите, нельзя ответить на этот вопрос. Вот жизнь не начинается с чистого листа. Вот не бывает так, да, что был министр финансов Кудрин, и была там одна ситуация в стране, а страна была устроена одним образом. Пришел министр финансов Силуанов, и все с чистого листа, забыл о том, что было раньше, и начал делать по-другому. Россия вот по историческому пути, потому что она по той системе здравоохранения и образования, которую она унаследовала от Советского Союза, она имеет огромную инфраструктуру. Вот эту будем называть ее социальную там, инфраструктуру, образовательную и медицинскую. В силу многих факторов государство не решилось на приватизацию. Да, вот на то, чтобы там, пустить частный сектор ни в медицину, ни в образование. По другим политическим причинам государство уже при Владимире Путине решило, что и медицину, и здравоохранение оно будет контролировать из федерального центра. Несмотря на то, что там многие по законам, даже по бюджетным полномочиям, много вот, что отдано в регионы. Но, как сказал тот же самый Силуанов, что у нас сегодня там, как минимум 95, а то и 99% расходов регионов нормируется Минфином федеральным. То есть тем самым Силуановым. Да, то есть вот мы унаследовали от Советского Союза колоссальную систему, которая требует денег на ее поддержание, финансирование, и при этом Силуанов считает, что очень правильно, если все контроль за этими расходами будет осуществлять он, а не будет осуществлять, там, не знаю, министра финансов регионов или как они, руководитель департаментов финансов. Вот поэтому Россия по накопленному уровню, там, по текущему уровню расходов на социальную инфраструктуру находится с европейскими странами примерно на одном уровне. Только эффективность этих расходов существенно ниже. И просто так вот сейчас взять и сказать, а давайте мы снизим социальные расходы в два раза и тут же выйдем на уровень Китая или Сингапура. Ну давайте. Ну Силуанов, если ты такой смелый, ну возьми и сократи количество школ вдвое, и количество врачей вдвое, и учеников выгони, и там, а скажи, что нам нужно не 12-летнее образование сегодня, а что нам 8-летнего хватит. И закрой половину вузов, которые финансируются из государственного бюджета, то есть из федерального, из региональных бюджетов. Но сделай это, если ты хочешь идти по пути Сингапура. В этом идет, да? Речь же идет не то, чтобы текущую инфраструктуру, текущие школы, больницы, там, госпитали, университеты, институты финансировать в два раза меньше. Ну да, конечно, там, чтобы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Вот это подход Силуанова. Да, ему говорят, послушай, Силуанов, у тебя не коза, у тебя корова. И кормить корову нужно по коровьей пайке. А не надеяться, что ты дашь ей там козью стопку сена, она тебе молока как корова отдаст. Давайте продолжим нашу такую очередную серию Санта-Барбары про Белоруссию, где вроде бы подготовили документы про тесную интеграцию. Минск потом говорит, нет никаких документов, какие еще документы, ничего не будет. Почему эта история продолжается? Ну, потому что танго танцуют вдвоем, Россия хочет одного, Беларусь хочет другого. Видимо, Беларусь хочет сплясать вальс, а Россия хочет танго. Ну, вот не получается. Партнеры уже все нарядились, готовы выйти на сцену, а оркестр не получает команду, что играть. Ну, вот мы все сидим и ждем. Поэтому один говорит танго, другой говорит вальс. Оркестр играет музыку из Бенни Хилла. Подождите, а кто из партнеров более убедительный, более влиятельный? Можно заставить Белоруссию танцевать танго? Можно. А если пойти по крымскому сценарию, вести туда войска, то можно. Тогда Белоруссия будет танцевать и танго, и фокстрот, и гопак, и чечетку. Все, что скажете, будет танцевать. Но для начала ведите войска. По принуждению запросто. Давайте определим, что кому нужно из партнеров. России что нужно от Белоруссии?
Россия от Беларуси нужна полная политическая лояльность, отсутствие самостоятельности в каких-либо вопросах. Да, сказали, сделал. Ну, то есть, условно говоря, превращение Белоруссии, ну, не совсем готовы какую-нибудь отдельную схему придумывать, как ее назвать. Но самое главное, чтобы взаимоотношения с Белоруссией строились так же, как со всеми остальными, как со всеми российскими регионами. Да? Чтобы вот, ну, был там какой-то мегарегион. Ну, хорошо, вот там. Как, ну, отношения такие же. Губернатора вызвали, приказ дали, он сделал. ОМОН послали, он набил всем морду, там сломал руки, сломал ноги и вернулся на свои рабочие места. Вот, вот хотят так, да, что, чтобы никаких поездок на Запад, никаких переговоров с Европой, никаких намеков, что мы там не диктаторы Европы, что мы тоже хотим цивилизованный мир, что мы тоже европейская держава, что мы наследники Великого княжества Литовского. Не, забыть. Забыть про все это. Вот абсолютно, абсолютно такой вот российский регион, ну, хорошо, называйте по-другому. Вот, вот что хочет Россия. Подождите, российский регион, он чем будет нам полезен? Кроме того, что на картах, видимо, что-то изменится, и Россия будет на одну страну ближе к вот этой великой имперской идее. Не, но мы будем ближе, мы как Россия будем, на, скажем так, на один шаг ближе к тому Советскому Союзу, который существовал до декабря 1991 года. Да, то есть вот Владимир Путин мечтает, что он войдет в учебник истории как объединитель земель русских. Вот, 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 вот нам, в принципе, россиянам, жизнь от этого не улучшится. Да? Потому что так же, как на содержание Крыма приходится тратить деньги, которые раньше шли в другие российские регионы, приходится туда направлять те самые пенсионные накопления, которые были в системе до 2013 года. Ну, а Беларусь, она по населению в 4 раза, там, в 3,5 раза, да, сколько, в 4 раза больше Крыма, ну, соответственно, в 4 раза больше денег надо будет тратить на, для того, чтобы там каким-то российским стандартам соответствовать. Вот поэтому у россиян жизнь не улучшится. А у российских политиков, сидящих в Кремле, да, конечно, им будет приятно, что они добились своей цели. Пытаюсь сейчас вспомнить цитату Вацлава Гавела про то, что Советский Союз не очень представляет, где его границы. Про расплывчатое представление о собственных границах. Видимо, с Белоруссией это тоже как раз та же проблема. Ну, Евгений, мне кажется, что Владимир Путин очень четко представляет границы, предел своих желаний, да, границы СССР. Включая, возможно, включая Прибалтику, возможно, включая Среднюю Азию. Может быть, он смотрит на это дело чуть более рационально и считает, что Прибалтику уже лучше не связываться, а Средняя Азия – это лишние там гири на ноги. Поэтому, ну вот, хотя бы там Казахстан, Украина, Белоруссия, Молдова, ну и Закавказье. Ну, может быть, без Азербайджана. А Белоруссии что нужно от России? Белоруссии деньги. Деньги. Вы хотите, чтобы мы не убежали к Европе? Вы хотите, чтобы мы не вступили в НАТО? Мы готовы, но платить за это деньги. За деньги? Вот такую чечетку готовы станцевать. Но на танго не согласны. За те деньги, которые вы нам предлагаете, может быть, даже ни за какие деньги не захотим танцевать танго. Ну вот тут Белоруссия ведет переговоры сейчас с Казахстаном о поставках нефти. Не очень понятно, каким путем поставки нефти будут осуществляться, возможно, и железнодорожным путем будут. Это что? Это очередная попытка шантажа России? Или это действительно поиск каких-то обходных путей, что лучше не связываться? Евгений, мы не знаем коммерческих условий, да, и в принципе я бы даже не стал вот сильно циклиться на предмет того, там, каким образом казахская нефть попадет в Белоруссию. Она может, вообще говоря, казахская нефть может уйти по нефтепроводу в Новороссийск и уплыть в какую-нибудь там другую страну, а Белоруссия получит через Литву нефть, пришедшую там с месторождения Северного моря. Ну, такой своп, да. Но мы не знаем, да, мы же, ну, там вопрос цены. Да, это же дальше все упирается в цене. То есть там нефтяные компании Казахстана, она заключает своп, отдает нефть здесь, берет нефть там, передает ее в Белоруссию. Вопрос, по какой цене Белоруссия способна купить нефть у Казахстана. Возможно, у Казахстана есть какие-то возможности наращивания добычи нефти, о которых мы не знаем, да, но там выход на рынки задавлен, да, потому что есть соглашение ОПЕК+. А здесь вроде как евразийское пространство, вроде как вот единый рынок, там, который не рассматривается как экспорт нефти. Ну вот Казахстан смотрит на то, как бы увеличить свою добычу нефти и вытеснить Россию из белорусского рынка. Вот поэтому такая договоренность, в принципе, может быть достигнута, но пока мы не знаем коммерческих условий, мы можем только об этом гадать. Да, это, в принципе, может быть вполне, очень даже выгодно обеим сторонам.
Ну, вообще, чрезвычайно любопытно, что евразийское пространство может, даже теоретически об этом как-то странно думать, может быть использовано против России. То есть, Россия создавала эту такую химеру из Белоруссии, Казахстана, там, Армении и так далее, и вдруг как-то в обход России делается. Ну, по имеющейся у меня информации, главным инициатором создания Евразийского союза была все-таки не Россия, а был Казахстан, который искал в этом себе защиту от экономического давления со стороны Китая. Да, поэтому Россия, ну вот вроде как пошла навстречу Казахстану, согласилась на создание Евразийского союза, но это лишний раз говорит о том, что сама по себе структура Евразийского союза, она не сбалансирована. Да? То есть союз 5 стран, одна из которых там в разы превышает экономическую, политическую, военную мощь всех остальных вместе взятых, там принцип принятия решений не очень понятен. Тем более, что там за эти, не знаю, там 5-6 лет существования Евразийского союза уже были там десятки решений, когда Россия плевала на все договоры, имеющиеся в рамках Евразэс, и вводила те или иные ограничения на поставки продукции из других стран на свой рынок. Да, поэтому, знаете, как вот Евразэс — это такая хорошая конструкция, ее отдельные страны могут использовать, но сказать, что она вот там только против России или только за Россию, ну, вот каждый использует как можно. Вот есть такой инструмент, Россия использует ее одним способом, там Беларусь, видите, с Казахстана нашли другой инструмент. Ну, посмотрим, может получится. За последнее время к хорошему, ну, не знаю, насколько хорошее, к ЕС, где есть достаточно четкие правила. Да, правила, которые распространяются на всех. Ну да, там есть некоторые равны, а другие равнее, как Франция с Германией, который финансовый и экономический центр все-таки Европы. А тут такой ситуативный союз получается, такой СНГ без Украины и Грузии. Ну, можно говорить и так, но разница, мне кажется, что ключевая разница между Европейским Союзом и Евразийским Союзом состоит в том, что европейские экономики, они, хотя изначально создавалась как экономика угля и стали, то есть они, собственно говоря, предотвращали конкуренцию на этом рынке, но в результате этой экономики были комплементарны, то есть они дополняли друг друга, и сегодня более половины, там 60% внешней торговли практически всех стран Евросоюза — это торговля между странами Евросоюза. То есть эти экономики реально экономически интегрированы между собой. Вот за эти там уже сколько там, 60 лет. А экономики там России, Казахстана, Белоруссии, Армении, кто у нас, Киргизии еще, ну, по большому счету, они совершенно одинаковые. Да, они там все там, может быть, за исключением Беларуси, все опираются на сырье. Белоруссии там тот же самый калий и переработка сырья. И производят одни и те же товары, которые конкурируют между собой. Никаких сложных экономических цепочек, никакой высокой добавленной стоимости в этом союзе не производится. Поэтому вот Евросоюз имел пространство, имел идею интеграции и развития общего рынка. А Евразийский союз — это вот, знаете, как каждый свою цель преследовал. Казахстан хотел противовес Китаю, Россия хотела получить доминирование на пространстве бывшего Советского Союза, Белоруссия хотела денег, но под другим соусом, там Киргизия хотела, ну, чтобы кто-нибудь ее взял к себе. Ну, вот у каждого свой интерес. К четырехдневной рабочей неделе перейдем, да, потихоньку. Все тоже такая Санта-Барбара с этой четырехдневной рабочей неделей. Ну, работодатели, понятное дело, не очень хотят перейти на четырехдневную работу. Хотя это рабочую. Тоже вопрос, почему, понятное дело. Вот, Сергей Владимирович, объясните нам, четырехдневная неделя в России. Плюсы, минусы, подводные камни. Ну, хорошо, вот я уже говорил, например, да, вот там берете нефтяную компанию, которая работает там 24/7, да, 24 часа, 7 дней в неделю, и там, исходя из того, что у человека 40 часов рабочей недели, считается там количество работников. Да, вот после этого вы говорите, хорошо, у вас рабочая неделя длится не 40 часов, а 32, да, или там 35. Что нужно делать после этого в нефтяной компании? Нанимать новых работников, чтобы сохранить хотя бы те же самые объемы добычи нефти. Для там нефтяной компании, металлургической компании, хлебного комбината, макаронно-сверлильной фабрики, для пельменей литейного завода, для них не всех нужна будет дополнительная рабочая сила. Да, и это означает, что ты будешь производить все то же самое, да, а издержки твои вырастут. Ну, или ты должен будешь снижать заработную плату. Ну, что не сильно обрадует работников. Да, вот почему? Ну, вот так.
Да, сказать, что там россияне... Я думаю, что если россиян спросить, хотите ли вы работать больше и получать больше, или вы хотите работать меньше и получать меньше, я думаю, что большинство россиян согласится работать больше и получать больше, потому что ценность свободного времени в России не очень высока. Сергей Владимирович, вам заочно оппонирует Вячеслав Володин, который считает, что в условиях роботизации и информатизации количество рабочего времени будет меняться. Отлично, оно будет. Я же не спорю, что оно будет меняться. Давайте мы сначала там эту нашу Государственную Думу переведем на автоматизацию, роботизацию, а Владислава Володина заменим на искусственный интеллект. Ну, все лучше, чем... Володин уже давно перевел роботизацию Государственную Думу, мне кажется. Вот, я же не говорю, что этого не будет никогда. Я говорю только о том, что сегодня российская экономика явно не в том состоянии находится, чтобы думать о четырехдневной рабочей неделе. Потому что уровень роботизации и автоматизации в российской экономике слегка оторвался от уровня плинтуса. То есть это значит, что слишком архаичная вообще российская экономика и архаичное производство для того, чтобы вообще можно было бы думать о большей производительности труда? Евгений, большая производительность труда – это же новое оборудование, новые технологии, знания, да, переход на цифровые формы работы. Ведь вот в России всего этого не наблюдается. Вот в Америке с 2000 по 2015 год весь прирост производительности труда в потребительском секторе был связан с тем, что развивались формы онлайновой торговли. Да, но при этом мы про Amazon знаем все, что это такая вот компания, на которую приходится 6% американского розничного товарооборота, где можно купить практически все. Но назовите мне хоть одну компанию в России, которая вот выросла хотя бы до сопоставимых масштабов в масштабе России. Да нет ничего. Как они все были, так и остались. Норникель, НЛНК, Роснефть, Башнефть, Татнефть и дальше по списку. О чем мы тогда говорим? Какая производительность труда? Конечно, Сергей, она растет, но ее нельзя принципиально увеличить в сырьевой экономике. А есть какая-нибудь зависимость между четырехдневной рабочей неделей и пенсионной реформой, пенсионным возрастом, выходом на пенсию? Ну, просто странно, действительно, мы обсуждали это до эфира, что пенсионный возраст повышают, чтобы люди работали, да, а неделя четырехдневная. Может быть, есть какая-то зависимость, которую мы не видим? Смотрите, Евгений, если говорить о краткосрочной перспективе, да, то, конечно, там никакой зависимости нет, и в нынешнем государстве, нашему государству нужно, чтобы и налоги повышались, и пенсионный возраст повышался, и чтобы еще рабочие силы было больше, чтобы мигранты приезжали, потому что своих рабочих рук не хватает. Но вот там замечательный российский сериал, «Лучше, чем люди», да, вот там обсуждается идея, да, что пенсионный возраст опустить до 40 лет, потому что все остальное будут делать роботы. Да, поэтому если смотреть на такую долгосрочную перспективу, в принципе, конечно, да, соответственно, каждое общество, каждая страна, она будет вставать в перспективе перед этим вопросом, по какому пути идти, да, снижать пенсионный возраст, сокращать рабочую неделю, и как будет решаться этот вопрос, никто не знает. Да, дожить до этого. Но я думаю, что с Володиным не доживем. Володин доживет зато. Не доживет. С теми законами, которые он принимает, Россия это не все. Россия счастливо избежит всех этих проблем. Тогда еще пару слов о тех, кто избежит проблемы и прочих неприятностей. Роснефть и Газпромнефть, которым одобрили снижение налогов, компании заберут или так или иначе оставят при себе 6,5 миллиардов рублей. Объясните нам, пожалуйста, зачем? Смысл? Да, зачем всего этого? Нам же нужны деньги в кубышку, правильно? Вот это логика, которая мне понятна. Игорь Ивановичу деньги, наверное, нужны больше, эта логика тоже понятна. Вы абсолютно правы, Евгений, да, что Игорю Ивановичу деньги нужны больше, чем Антону Германовичу, и он может это доказать, самое главное, что он может это доказать аргументированно Владимиру Владимировичу. Потому что, естественно, что решение принимается там. На самом деле вся эта игра с индивидуальными льготами, коэффициентами, это признание того, что даже такой огосударствленный сектор, как нефтяной, который находится, не знаю, процентов на 80 под государственным контролем, прямым или косвенным, он не может жить по тем правилам, которые написаны.
То есть Минфин там написал и такой закон, и такой закон, и налог на добавленный доход, и нефтяной налоговый маневр, и налоговый маневр 2, и нефтяной выше. И вот чего он только не написал. И выясняется, что вся эта система, вся система регулирования и налогообложения нефтяного сектора, она не работает. Что все равно нужны какие-то отдельные льготы, отдельные коэффициенты. Ну и, собственно говоря, вот это лишний раз говорит о том, что Антон Силуанов, который, вообще-то говоря, должен отвечать за налоговую политику, в том числе и в отношении нефтяного сектора, он свою личную, даже вот эту работу, да, там, за пределами бухгалтерского сектора, он не может там ничего сделать. А вы говорите, чтобы он там был драйвером нашей экономики. Какой же он драйвер? Он тормоз. Да, если он даже налоговую систему не может ничего с ней сделать. Поэтому, пользуясь тем, что все решения принимаются индивидуально, пользуясь тем, что любая, в принципе, компания, а уж особенно Роснефть или Газпром, могут получить от Путина индивидуальное послабление, ну, конечно, все эти наши государственные олигархи, они бьются за эти послабления и достаточно успешно это делают. Ну да, тут прям сериал был последние недели, что нет, конечно, они не получат налоговые льготы, отложили, это все была такая интрига, потом, конечно, все получили, это было чуть более чем предсказуемо, конечно, вот, непонятно. Ну нет, то же самое случилось с Грефом, Сбербанком, это антипинским НПЗ, да, вот был антипинский НПЗ, находился в частных руках, просил изменить там технологические схемы, правила использования лицензий, ему категорически сказали нет. Все отошло в руки Сбербанку, Сбербанк, Греф написал письмо Путину, Путин сказал «да». Сбербанк получил 100 миллионов долларов ежегодно вот за счет денег налогоплательщиков. Поэтому самое главное, что деньги-то они есть. Главное уметь их попросить, найти того человека, который может зайти к Владимиру Владимировичу и которому Владимир Владимирович не откажет. Последнее, что хотелось бы обсудить с вами. Вот вы говорили про деньги налогоплательщиков. Тут сейчас большой спор между оппозицией и городскими властями, ну как властями субъекта Федерации города Москва. Был, я не знаю, вы видели эти прекрасные воодушевляющие видео с парадом ассенизаторских машин, там машин уборочной техники и так далее. Поделитесь своим американским опытом. Такое происходит? Вот эти парады какие-то, и что, и кто за это платит? В столице. Ну, такой дури в Америке как-то не наблюдается. Но здесь, как правило, все парады, все демонстрации, все митинги, это вот действительно люди по своему желанию что-то устраивают. Если нужны какие-то расходы, они сами это финансируют. Да, и, там и мотоциклисты ездят сами за свои деньги, и для них полиция перекрывает город, и демонстранты выходят к Белому дому с плакатами или без плакатов. И, ну, в общем, ну, сказать, что так ассенизаторские машины или поливали машины устраивали парад по Пенсильвания-авеню, но я думаю, что вот после этого там мэр Вашингтона слетит со своей скамьи, несмотря на то, что там его поддерживают 60% жителей. Да а нет, за работу, конечно, коммунальных служб, вот если происходит какой-нибудь парад, там, не знаю, условно, там гей-парад или, не знаю, парад байкеров, за это сами участники парада платят? Нет, за это платят, нет, потому что нет, за это платят как сказать, свобода слова, свобода демонстрации, митингов, и городские власти оплачивают расходы на уборку территории. Да, если это очень большое мероприятие, ну, если это очень большое мероприятие с участием, не знаю, там десятков, сотен тысяч человек, да, то существуют так же, как в России, такие формальные правила, что вы должны поставить столько-то кабинок туалетов, вы должны поставить столько-то мусорных баков. Но я вам скажу честно, да, что в Вашингтоне после таких массовых мероприятий, ну, как правило, улицы находятся достаточно в приличном чистом состоянии. То есть вот, ну, каких-то сверхусилий не требуется, потому что все понимают, что в конце концов порядок на улице города оплачивается из своих собственных налогов, и порядок и чистота. Да, поэтому выйти на улицу города, чтобы там что-нибудь побросать, ну, это как-то в голову никому не приходит. А почему мэр должен слетать? Ну, вот, например, Собянин может себе позволить этот парад всех своих, вот, маркиза Карабаса показывает. Тут у меня, значит, скорая помощь есть, и машины снегоуборочные есть. Почему нет? Что в этом страшного? Ну, потому что Собянин может себе позволить все. Да, он может позволить там объявить мирную демонстрацию экстремистским сборищем, да, или там нарушением общественного порядка, или там, не знаю, там агрессией против власти, массовыми беспорядками. Он может отдать управление городом в руки Росгвардии. Он может там не защищать граждан, которых бьют и которым ломают руки. Собянин может позволить себе все. Да, вот, потому что он не избирается, потому что нет ответственности перед избирателями. Избирательное законодательство в Москве регулируется тем же самым Собяниным и Путиным. И они решают, кто пойдет на выборы, кто не пойдет на выборы, за кого можно отдать свой голос москвичам, за кого нельзя.
В Вашингтоне, несмотря на то, что город демократический и практически победа демократов обусловлена, да, там все равно через выборы надо пройти. Сергей Алексашенко, персонально наш, всегда по вторникам. Нинора Сибашвили, Евгений Бунтман. Спасибо. До свидания.